Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных научной работе Института международных исследований МГИМО. Сегодня мы будем говорить о книге «Гегемония и мировой порядок». Как возникла идея этой книги и как над ней проходила работа? Поезд, который называется «Мировая экономика» и «Мировая система», он сошел с рельсов. Что-то стало неуправляемым. Надо что-то менять. Но кто будет менять? Каким способом? Что надо менять? Надо менять двигатель этого поезда, может быть, проводника, а может быть, надо поменять вообще рельс. Эти размышления оттолкнули на идею гегемонии. Гегемонии как легитимного управления доминирующим порядком. Повод для размышления был. Диалог цивилизации в Берлине с помощью научного гранта помогли нам осуществить несколько встреч, конференций, семинаров, которые были в Варшаве, в Берлине, в Шанхае, еще раз в Берлине, во время которых мы пытались дискутировать наши разные позиции по этому поводу. То эти наши дискуссии были чрезвычайно интересными. И так, шаг за шагом, мы создали не только идею, а создали научную инфраструктуру для того, чтобы получилась книга. И Раттлич принял наше предложение и с радостью отпечатал нам эту книгу. Обычно сложно понять друг друга людям, которые работают в разных парадигмах и мыслят в разных категориях. С таким многочисленным авторским коллективом, как у вас, как удалось эту проблему решить? Большинство коллективных монографий создается следующим способом. Есть руководитель группы, эдитор, и он собирает людей, которые, в принципе, ему как-то подходят. Люди, которые единомышленники. Мы пошли другим способом. Мы пригласили людей, у которых были разные мнения, разные подходы. Они работали в разных парадигмах. Некоторые авторы работают в парадигме политического реализма, другие – либерализма, третьи – неоколониализма, четвертые – конструктивизма. То же самое можно было посмотреть с разных сторон – методологических, культурных, страноведческих. Но если авторский коллектив был пестрым, был разнообразным, то, наверное, перед вами, как перед редакторами, вставала другая методологическая проблема. Большие теории – и критические теории, теории среднего уровня тоже, все-таки имеют явное или неявное, уже сформулированное отношение к гегемонии. Ну, например, институциональный подход, сторонники стабильности, они как бы уже априори положительно относятся к гегемонии. Вот эта пестрота взглядов, она не создавала тогда уже предопределенные некоторые ответы членов авторского коллектива? Это, конечно, очень сложная методологическая задача, и она имеет свою очень богатую литературу. Никакая работа в области качественных исследований не является нормативно нейтральной. Но с помощью семинаров и с помощью разных подходов мы пытались сделать наш труд как можно наиболее объективным. Мы использовали разные парадигмы для освещения одной же проблемы. Мы пытались быть более объективными, показывая разновидность субъективных подходов к гегемонии. А у нас получилась не только пестрота мнений. Мы вышли на другой уровень размышлений с помощью концепции сложной гегемонии. Правильно я понимаю, что вы хотите сказать, что в книге не просто изложены позиции авторов, какими они были на момент начала работы над проектом, но и в ходе проекта происходило создание нового знания. Совершенно верно. Это аккумулятивное знание, оно аккумулировалось, наши знания, благодаря вот этому довольно долгому, активному, динамичному общению нашего отличного авторского коллектива. Мы попытались объективизировать
наши субъективные нормативные установки с помощью сократовского подхода, дискуссий и общения. Хотела бы здесь добавить, что главный акцент делался на социологический подход. То есть на реальность, на чувство реальности, на понимание, что такое реальность или какие реальности мы перед собой видим. Редакторский коллектив сделал одну очень важную вещь, которой не было раньше. Это совместил два огромных блока литературы, два огромных блока дискуссий и дебатов. Это социальная теория власти и теория гегемонии. Вот то, что существует до этой книги, в основном делается вот в разных парадигмах. Здесь теория власти, а здесь теория гегемонии. Сейчас широко обсуждаются трансформации и турбулентность в современном мире. При таких условиях гегемония становится более или менее возможной? Усложняют или облегчают эти характеристики международной среды установления гегемонии? С одной стороны, облегчается новыми технологиями, конечно. Но с другой стороны, она остается так комплексной, как она была. Очень сложно создать гегемонию на сегодняшний день. Зараза пройдет, мы вакцину найдем. Основные системные противоречия, такие как проблема бедности и богатства, загрязнение экологической среды, распределение ресурсов, 5 или 6 таких системных противоречий, они остаются на том же самом месте. Гегемония означает, что гегемон пытается решить проблемы. Гегемония без легитимности не существует. А легитимность создается там, где гегемон может положительно реагировать на вызовы. Если он не способен реагировать на вызовы окружающей среды, политической, экономической, социальной, это означает, что он уже не гегемон. Попытка бытия гегемоном, она может быть временно или частично успешна, но в целом не получается. Есть 3 выхода из этой ситуации, по-моему. Первый выход. Это создавать новые условия для экономического роста, условия более справедливого распределения глобального богатства. Это идеальный вариант. Второй вариант, чтобы удержать эту нестабильность, удержать какой-то хотя бы признак управления системой, это диктатура, конечно. Чего бы нам не хотелось. Третий вариант – это региональные гегемонии, которые будут создавать свою систему управления в региональном масштабе. А если посмотреть с другой стороны, повышает ли турбулентность мировой среды спрос на гегемонию или же наоборот подталкивает к отказу от нее? С одной стороны, это шанс для того, чтобы ее установить. С другой стороны, конечно, поддерживать ее будет немножко сложнее, так как поменялись места силы. То есть если раньше устраивали где-то экономическую гегемонию на основе отношений производства и потребления, и размывался абсолютно человеческий фактор, социальный фактор, ну или фактор социальных протестов, протестного потенциала и так далее, то сегодня эти факторы играют огромную роль, и мы сами это видели до пандемии. Мир был весь в протестах, и, возможно, если бы не карантин, они бы продолжались в еще большем масштабе. Вот это факторы, которые ни один из существующих потенциальных или бывших, или существующих гегемонов не может пока контролировать. Я согласен со своими коллегами, что турбулентность и трансформации, наверное, создают шанс для новых игроков подвинуть старых гегемонов, залезть на их место. Но я думаю, что если и устанавливать гегемонию будет сложнее, и поддерживать ее будет сложнее. Если упростить то, чему нас научил Джозеф Най, концепция мягкой силы состоит в том, что те средства, которыми вы залезли на мировую вершину, вы с помощью этих средств не можете на ней долго удержаться. Вам надо переходить к другому набору средств. И этот набор средств, который в самом общем виде называют мягкой силой, он не заменяет жесткую силу. Нельзя с помощью мягкой силы залезть на мировой пьедестал. С мягкой силой можно попытаться там долго усидеть. Этот инструментарий мягкой силы работал в условиях, когда достиг своих предельных форм, своей кульминации, очень долгий исторический тренд. Это тренд универсализации в современном мире. Мы все физически стали ближе друг к другу и стали сильнее друг от друга зависеть с этой материальной глобальностью. Но
тренд идейной универсализации, складывания идейной гомогенности, ценностной гомогенности, он оборвался где-то на рубеже 20 и 21 века. Мне кажется, мы впервые в истории такие разные, так близко, так связаны. В силу этого несоответствия между материальной глобальностью и идейной неуниверсальностью, идейной деуниверсализацией, и устанавливать гегемонию и поддерживать ее будет чрезвычайно сложно, по крайней мере, в мировых масштабах. Такие акторы, как Китай, Европейский Союз, они могут как-то конкурировать с Соединенными Штатами за установление гегемонистического порядка? В этих условиях, конечно, если основной гегемон уступает, другие входят на его место. Это Китай, Россия, Европейский Союз. Что касается Китая, мне кажется, что главная проблема Китая – это не материальные ресурсы на сегодняшний день, а главная проблема, чтобы сделать идею более универсальной. Что касается экономической программы, она может быть воспринята другими странами довольно легко. Но с точки зрения идеологии, мне кажется, что Китай экспортировать много и не сможет. Будет большое сопротивление. Он касается такой более универсальной идеи или идеологии. Это есть самая слабая сторона потенциального, возможного гегемонического проекта Китая. Что касается Европейского Союза, идея есть, нормы есть, структура есть. Все, казалось бы, в порядке. Но слабая эффективность экономической системы не позволяет Европейскому Союзу выйти вне рамок своих 27 стран. До сих пор попытки, которые были сделаны, выхода на восток, оказались неуспешны. Главная проблема Европейского Союза – это проблема принятия решений. Что касается Штатов, главная проблема – это проблема экономической системы. Нечем делиться уже. Просто вот эта смесь социальных проблем и экономических проблем, она уже достигла такого уровня, что Штаты просто не могут быть гегемоном только за счет своей военной силы. А с точки зрения привлекательности Штатов как донора, как управляющего регионом, конечно, это уже не работает. Для гегемонии в какой-то степени нужен мессианизм. В какой-то степени для гегемонии нужно желание чем-то жертвовать ради общего блага, порядка, процветания и так далее. Посмотрите на Соединенные Штаты. Они утрачивают свою гегемонию. Многие говорят, а зачем нам эта гегемония? Зачем Штатам эта гегемония? Гегемон должен создавать благополучные условия для клиентов. Надо клиентам помогать, давать им средства. И так дальше, и так дальше. Содержать их с точки зрения безопасности. А это очень много стоит. Россия в строгом смысле слова не является мессианской державой. В России не был никогда свойственен мессианизм так, как мы знаем его из западного опыта. Россия никогда не хотела приближения конца света, как, например, некоторые правые евангелисты в Америке. Готовы в том числе, может быть, делать это и внешнеполитическими средствами. Россия никогда не была очарована бременем белого человека, как, например, британский колониализм. Россия не была так уж привержена нерелигиозным идеалам, которые двигали человеческую историю на протяжении последних 3 столетий. То есть это идеалы просвещения и возрождения. Да, Россия пользовалась этими идеалами, но она не была привержена их вот прям такому распространению, как, например, французские империи или французские республики или Соединенные Штаты Америки. Но какое-то чувство собственной ценности исторической у России есть. Это несправедливо называть мессианизмом, но какое-то чувство своей собственной исторической ценности у России есть. Поэтому Россия, скорее бы я сказал, хочет вносить вклад
в общечеловеческую историю, чем в одиночку двигать общемировой порядок. То есть Россия скорее хочет быть частью мирового порядка, чем его лидером, но частью равноправной, а не младшим партнером. А в региональном масштабе научных терминах может рассматриваться как гегемонистическая держава, но это не столько идейный гегемонизм, сколько гегемонизм, связанный с практическими нуждами. Внутри евразийского континента очень трудно нащупать те географические границы, то пространство, в рамках которого можно успешно быть и защищенным, и успешно развиваться. Россия, мне кажется, всю свою историю ищет вот этот баланс между развитием и безопасностью в очень сложных условиях внутреннего пространства евразийского континента. Поэтому Россия всегда стремится к какому-то региональному влиянию, но с трудом нащупывает оптимальные границы этого регионального влияния, этой региональной гегемонии. То слишком их расширяя и попадая в ситуацию, когда не может все это освоить и обеспечить безопасность, а главное развитие, либо сворачиваясь до таких масштабов, внутри которых эффективная безопасность и развитие тоже оказываются невозможны. Тогда включается опять моторчик расширения регионального влияния. И, в общем, эти циклы повторяются. Различные теоретические подходы рассматривают установление гегемонии через гегемонистическую борьбу. Возможно ли установление гегемонии без принуждения? Гегемония — это выбор или неизбежность? Где момент выбора, чтобы присоединиться к этому проекту, а где момент уже подчинения, потому что это неизбежный политический или экономический процесс, который ведет к подчинению. Мне кажется, что здесь получается определенная смесь одного и другого. В нашем толковании гегемонии невозможно без определенной степени легитимизации этого. А легитимизация связана уже с этим, о чем говорили наши коллеги. Это уровень пожертвования своими ресурсами для целостности данного проекта, для других. Поэтому без определенного уровня легитимности, конечно, гегемония в нашем понимании невозможна, потому что она превращается в определенного способа диктатуру. Но можно ли жить без принуждения в гегемонии? Мне кажется, что реальность показывает, что да, где Twitter, Facebook, социальные сети, это тоже часть создающегося гегемонического проекта. Доллар, вся система финансовая, мировая, которая основана на долларе в основном, это тоже есть косвенное принуждение. Но это все методы, которые ограничивают конкуренцию. Те же технологические платформы очень сильно обвиняют в том, что они как раз ставят крест на конкуренции. Тогда все-таки не силовая гегемония, она заглушает соперничество и конкуренцию? Да, в определенный момент, да. Но просто, с другой стороны, конкуренция, она может существовать не только внутри гегемонии, но между региональными гегемониями. Вот, по-моему, вот это и будущее соперничества. Это не внутри, а вне разных гегемонических проектов. И США, Европейский Союз, Китай, и Индия, Россия. Вот это есть и будущее конкуренции. Удержать гегемонию в глобальном масштабе будет практически невозможно. Но в региональном масштабе такие попытки, я думаю, уже есть, и они могут оказаться довольно успешными.